Всем привет, меня зовут Дмитрий Руджов, и вы смотрите видеошколу «Барабаны шаг за шагом». Итак, приступаем к седьмой части «Джазовая свинговая координация». Седьмой шаг будет разбит на несколько видеочастей. Также будет соблюдаться концепция «От простого к сложному». В первой видеочасти мы будем разбирать базовые ритмические упражнения на координацию и использовать различные группировки нот. Одна нота, две ноты, три ноты, четыре ноты, пять нот, шесть нот. И все возможные варианты относительно тарелки Райт. Это видео – самая настоящая находка для новичков, кто хочет освоить джазовую технику, так как мы берем все с самого начала и постепенно-постепенно усложняем. Прошу заметить, что все упражнения играются с триольной пульсацией. Это подходит для медленного, среднего и быстрого темпа. Для очень быстрых темпов меняется звучание тарелки Райт, то есть она играется совсем по-другому, и звук как бы выпрямляется. Там и не используются триоли, там используются обычные 16-е ноты. Это мы будем разбирать в следующих частях седьмого шага. Итак, что нам нужно сделать, чтобы добиться наилучшего результата? В видео я играю упражнение в быстром, а потом в медленном темпе. В быстром темпе я играю для того, чтобы вы поняли, как это должно звучать. В медленном темпе для того, чтобы вы поняли, как это все скоординировано, какие удары бьются в промежутке, какие наслаиваются. Все это детально будет видно. Также смотрите на ноты. Я же вам рекомендую заниматься таким образом. Играйте все упражнения медленно в одном темпе. Достигайте того, чтобы в медленном темпе у вас звучало все динамично, с пульсацией, с акцентировкой. Итак, начнем. Для начала научитесь играть тарелку Райт так, чтобы она создавала свинговую пульсацию. Во всех примерах тарелка Райт должна звучать так. Обратите внимание, когда мы играем четвертные удары, они все идут на одной и той же громкости. Когда мы играем двойку, первая двоечка у нас играется чуть тише, чем вторая. То есть второй удар двойки звучит вровень со всеми четвертными долями. Про технику двоек вы можете узнать в вводной части видеошколы. Итак, начнем играть упражнение. Начинаем с одиночных ударов. Thank you.
Итак, мы проиграли различные вариации одиночных ударов. Идем дальше, играем по две ноты. Отлично, проиграли варианты по две ноты. Идем дальше, играем по три ноты. Итак, мы освоили группировку по три ноты. Двигаемся дальше, играем по четыре ноты. Здорово, четыре ноты положили в копилку, пять нот. Итак, когда вы проиграете все упражнения с тарелкой и райдом и левой ногой на хай-хете, нужно будет их проиграть, эти же упражнения, с открытым хай-хетом. Так как у вас уже наработана эта координация, вам надо просто адаптировать, смотря на ноты. Для этого я сделаю вам небольшие пояснения. Все очень просто. Смотрим партию тарелки райд. На четвертные ноты мы открываем хай-хет. На следующие восьмые закрываем хай-хет. Партию соло на малом барабане и на бас-бочке играем так, как написано в нотах. Итак, мы разобрали основные базовые триольные упражнения для свинга. Двигаемся дальше, переходим ко второй видеочасти седьмого шага. Там мы будем разбирать комбинации ударов малого и бочки.